В областной специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялось праздничное рандеву. Ежегодное мероприятие проходит 15 октября. Оно посвящено Международному дню Белой Трости. Как всегда, в этот день в библиотеке было много гостей, постоянных читателей, творческих коллективов. На сегодняшней встрече ценители искусства рассказали о своих впечатлениях, а также поблагодарили общество и государство за постоянную поддержку. Сегодняшнее мероприятие «Белая трость в моей жизни» проводится для привлечения людей с ограниченными возможностями, чтобы они активно участвовали в социальной и политической жизни, не отставали от важных политических мероприятий. Цель проведения таких мероприятий – это популяризация в обществе благотворительной деятельности, вовлечение в нее широких слоев населения и поддержки людей с особыми потребностями. День Белой Трости отмечается ежегодно. На таких мероприятиях выслушиваются просьбы людей с ограниченными возможностями. Когда проводятся такие вечера, мы обмениваемся мыслями. Библиотека оказывает нам такую помощь. Такие мероприятия будут проводиться и впредь, чтобы привлекать и поддерживать людей с особыми потребностями. Ежегодно 15 октября во всем мире отмечается Международный день Белой Трости. Он служит напоминанием обществу о существовании людей с ограниченными физическими возможностями, о солидарности и помощи. Ведь трость для слепого – это не просто инструмент, а его глаза. Асимжан Джузбаев, Жамбыл Ньюс.